1 сентября в конференц-зале главного корпуса Воронежского государственного университета прошла презентация обновленного сайта вуза. Мы долго работали над проектом обновления сайта. Это была глубокая переработка. В течение года этим мы занимались. И что нас сподвигло на это? Во-первых, то, что мы проанализировали, откуда берут информацию наши абитуриенты. А в этом году, хочу похвалиться, мы набрали 5500 студентов. Это на 600 человек больше, нежели чем в прошлом году. И мы опрашивали буквально каждого абитуриента. Где вы черпаете информацию? Что влияет на ваш выбор? И абсолютным приоритетом явилось то, что ребята и их родители ориентируются на сайт. Сайт и активность университета в интернет-пространстве играют для продвижения нашей академической репутации в России и за рубежом определяющее значение. Дорогие друзья, мы использовали технологию графена для того, чтобы все прошло нормально. Я немножко волнуюсь. Медленно, да? Как пойдет? Опасно для жизни. В презентации выступил начальник управления информатизации компьютерных технологий ВГУ, который рассказал об основных изменениях и нововведениях сайта. Также Алексей Николаевич представил сотрудников сектора разработки и поддержки веб-сайтов ВГУ, которые разрабатывали обновленную версию сайта вуза. Сотрудники и студенты Воронежского государственного университета по достоинству оценили обновленный сайт вуза, отметили его удобный пользовательский интерфейс. Официальный сайт ВГУ – это динамично развивающаяся система. Он постоянно обновляется и пополняется актуальной информацией.